по-моему, тоже один защитник, 4 форварда. Да, все верно. Бросок схода, гол! Как быстро разыграли! 10 секунд понадобилось москвичам, чтобы реализовать лишнего игрока. Расчертили, можно сказать, эту комбинацию. Ну и все поздравляют сейчас Игоря Чернышова. Никонов. Исаков. И это была ошибка, это хет-трик. Игорь Чернышов. Но здесь автоматом надо говорить, не просто Игорь Чернышов. Здесь Никонов, Кисаков, Чернышов. Вот так работает это звено. Нащупали игру в конце регулярки. На 5-й минуте Давыдов забросил пока единственную шайбу в сегодняшнем матче. Нет положения вне игры. Бросок и 1-1. Шайба уже не единственная Давыдова. Москвичи сравнивают счет. Хороший бросок кистевой в дальний нижний угол ворот. И показывает нам 25-го номера Чернышова. Я надеюсь, серия не завершится. Никонов, хороший какой гол, а! Ну, разыграли. И это как раз Чернышов, который отметился покером. Помните, я рассказывал в матче с петербургским «Динамо». Самый молодой покер в истории молодежной хоккейной лиги. Ну, разыграли здорово. Чурукан. Что дальше? Кто это? Покер! Это снова передача Никонова. И это покер от Игоря Чернышова. Ну, вот это дебют в розыгрыше Кубка Харламова для молодого нападающего. 2005 год рождения. Нашел себя. Нашел партнера. В молодежном хоккее всякое бывает. И видели мы, как и... И что, еще одна шайба влетает в ворота. 3-2. Я вижу, как Матвей Мишарин тут недовольно плеснул руками. Чернышов. Передача была и не успевает. 82-й номер Строгалов. Казалось бы, еще 2 минуты назад ничто не предвещало беды, как... Вот вам, пожалуйста, Римашевский 3-2. В Римашевского шайба попадает, по-моему. Еще одна передача и 3-3. Вот так вот, друзья мои. 3-0 динамовцы Петербурга вели, и за 55 секунд до окончания третьего периода пропускают третью шайбу. Это Чернышов, я так понимаю, да? Поздравляю Чернышова, 25-го номера. Выше всяких похвал. И штанга! А что, гол? Ага, заскочила шайба в ворота. Динамовцы все-таки открыли счет в матче. Игорь Чернышов.